Всем привет, друзья, с вами Захар Куроль. Сегодня мы будем играть в Мэтаун 2. Поехали. Так. Давайте найдем полицейскую тачку. Так, где тут у нас полицейская тачка? Да и сам не знал, где. Это она. Давайте на этом УАЗике мы будем искать полицейских. Так, о, чё? Где мое ружье? У меня же было здесь ружье. Видимо, оно не сохранилось. Так, музыку мы вырубим. Так, будем искать полицейских на этом УАЗике. Тесла Кипер Трайт. Ого. А по-моему, Мэтаун 2 обновился за это все время, пока я в него не играл. Я помню, как у меня был там старый телефон. Я там играл в Мэтаун 2 не на видео. Но на втором телефоне он у меня трошки лагал. Так, ищем полицейских. Нет. А вот и полицейские нашлись. Тормози, полицейский. А, я должен нажать просто на дверь. Так. Все, полицейский. Эта машина теперь у меня. Так, в этой машине музыку мы вырубим. Бери лучше ту машину и катайся на той. А вот и у меня полицейская машина. Будем кого-нибудь захватывать на этой полицейской тачке. Кстати, я сейчас... Мне будет нужно одно ружье. Сейчас я посмотрю рекламу и включусь потом, чтобы получить то оружие. Сейчас включусь потом. Так, а вот я и включился. Кстати, за рекламу я здесь получил новое оружие. Это бомба-магнит. Он называется это оружие. Это взрывчатка бомба-магнит. Так, давайте поедем дальше. Найдем какую-то деревню, будем захватывать полицейские. Ах, скорая помощь! О, кстати, Мэтаун 2 не зря добавили скорую помощь. А когда я играл, по-моему, на старом телефоне, этой скорой помощи не было. Так, будем потихонечку проезжать. Будем исследовать. Написано на багажнике полицейской машины. Будем арестовывать какие-то машины. Серьезно? Лекарь, ты... Доктор, ты шо, пьяный? Что ты врезался туда? Так, тут у нас еще полиция. Это у нас... Это у нас тачка обычных людей. Так, кто у нас здесь? Так, этого чувака на приори мы не будем арестовывать. О, Тесла Кипер Трайт. Опять скорая помощь. А давай, например, всех перегородим насчет полицейской машины. Так, этого чувака мы арестовывать не будем. Нет. Полиция арестует полицию. Потому что я в игре видел, как полиция против полиции. К
Кто победит, полиция или полиция? Кстати, сейчас у тебя Тесла Кипертрайт врежется. Стой! Ну? Ах ты так! Погоня за Теслой Кипертрайт. Стоять! Возьмем взрывчатку. О, нет! Я сам себя убил. Надо было все-таки отдаляться мне. А моя взрывчатка... О, моя взрывчатка сохранилась. Я сам себя убил. Ну вот, сам еще себя убил. Теперь придется мне новую находить. Это все из-за того чувака, который на Tesla Kippertraid катается. Да он пьяный, что ли, что он врезался в Tesla Kippertraid, в мою полицейскую тачку. Так, прости, чувак. Эта приора мне нужна будет. Так, музыку мы в этой приоре вырубим. Так, теперь будем искать полицейских. О, черт, у нас здесь рекламная пауза. Хотя реклама не такая долгая была. Так, что-то у меня трошки Metown 2 подвисает. Это не есть хорошо. Где полицейские, я не понимаю. Я только взял себе самую новую машину. И тот чувак на Tesla Kippertraid ее просто разгромил. И тот чувак... А, моя любимая! Стой, полицейский, это моя тачка. Я мечтал, например, себе купить полицейскую форму. Но она за алмазы, к сожалению. Стоять! Стоять! Так, взрывчатку мы брать не будем. Музыку не вырубим, потому что мне как-то эта музыка не нравится. Пойдем кого-нибудь арестуем. Сейчас, но я куда-нибудь приеду и включусь потом. Сейчас, включусь потом. Так, а вот я и включился. Так, я не понял, почему за мной полиция гонится? Почему по мне стреляют? Я ж ничего им не сделал. Надо тикать срочно! Это не полицейские, это демоны какие-то, которые охотятся на меня. Хотя надо... Они хотят охотиться на кого, что они находят? Эй, ты! На кого что они охотятся? Мне кажется, на какого-то... Той, кто живет под водой. Так, сейчас, потом включусь. Так, а вот я и включился. Мы видим, сейчас здесь водитель останавливается. Так, это телефон мне не нужен. У меня и так есть свой Redmi телефон. Кто стреляет? Так, я здесь трошки разбил свою тачку. Разбил трошки передок. Ну, случайно в аварию попал. Ну все. Что-то у меня трошки что-то не так с горлом. Вот почему я кряхчу. Походу мне какое-то сейчас уведомление пришло. Но я его прочитала, ненавидя это уведомление. Вот копам мне больше нравится работать,
чем так себе делать, так себе отдыхать там. Так. Знаете, я к этому чуваку присаживаюсь. А хотя нет, нет. Знаете. Короче, в следующем видео мы будем работать на... Короче, мы будем вором. Короче, всем пока. С вами был Захар Куроль. Всем пока.